Продолжение Last of Us, вот я что. Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Леса. Не бывало в лесу. Тут классно. А, да, приветос, амигос, как обычно. Думаю, с этой серии можно начинать отыгрывать роль заботливого папки, потому что, ну, это очевидный сюжетный ход, что у героя как раз-таки Почему когда-то была такая дочь, ровесница этой. Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Вот. Может, ей уже лучше? И что, мы назад не пойдем? Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Что не скажешь о твоих друзьях, без разницы, товарищ? Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Ну да, по знакомой-то дороге назад в город это сложно. А вот по незнакомой дороге, глядя вперед, вот это простота. Пойдем. Как там тебя зовут, забыл? Эллен. Эллен, а ты не голодная? Может, надо было цыплятинки шмальнуть? Зажарили бы, сожрали. Ух, жареная ты, цапля. Деликатес. Крыса, блядь, жареная не хочешь? Ух ты, привет. А, ну это кролик был, наверное, или зайчик. Кто там? Зайчики, они вроде мелкие, да, а кролики большие. Или наоборот, хер поймешь. Ай. Расплодились ушастые. Уж мы их душили. Так, такое чувство, что я тут кругами бегаю. Ёлки как в War Thunder прям. Такие же, крест-накрест. Да и трава как в War Thunder. Неплохая. Мы, походу, в какую-то бывшую колонию пришли. Вау, Линкольн. Построил водонапорную башню, видимо. Ну, двери закрыты. Походу, нам походу, сюда. Ого, цикады. В смысле, настоящие. Вот, видите цикады? Да, вижу. Видите, светятся? В этой игре цикады... Прости, имелось в виду, что в этой игре цикады — это светлячки. Возможно, что это перевод такой дебильный. И на самом деле группировка ни хрена не цикада, я не знаю. Но... Да перевод всегда, в общем-то, у нас, как говорят, не очень. Сейчас была навязчивая идея ударить по стене, а вдруг иллюзорная. Так, доску, я надеюсь, не надо. Полезу, осмотрюсь. Так, что это такое? Труба с ножницами привязанными. Это кто такое дерьмо придумал? Типа изолента удержит ножницы во время удара на месте, да, чтобы они... Улучшение холодного оружия. Бивать врагов с одного удара. Но улучшение обладает ограниченным запасом прочности. Оружие сломается. Так это не оружие сломается, а улучшение сломается. Оружие остаться должно. Так, здесь нам нужна вот та доска, наверное. Да хорош, старый. Переходить в провалы по доскам. Элли мне ни хрена не хочет помогать. Я буду звать ее Элли. Ну как это? И как ее зовут? Бля, вот вообще вылетело ее имя. Эллен Пейдж, я помню, что... Почему-то весь мир решил, что... Нет, почему-то Эллен Пейдж решила, что девочку рисовали с нее, там что-то суды какие-то были. Но я манал, по-моему, вообще ничего общего Эллен Пейдж не имеет. Это ты, Билл. Эллен Пейдж, девочка такая на любителя, если честно. Я бы на ее месте вообще не выеживался. Ты здесь раньше не бывал. Снялась в 2,5 фильмах. Будь счастлива. Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Очень странно, что здесь такое количество домов, и никуда нельзя заходить. Ну, когда будет вторая часть, если она когда-нибудь будет, Слушайте, мне кажется, что там уже функционал-то подрасширит. Смотри под ноги, не свались.
Ну, надо в ногу со временем идти, все дела. Так, я слышу бомжей. Или не слышу. Ни хрена непонятно. А сюда можно зайти. Мне вообще нужно... Как она от меня шугается. Бышать сюда, мелочь. Блять. Леща тебе дать, что ли? Трубой водопроводной, чтобы не мешалось. Когда батька тут ходит. Вот там надо перелезть, но для этого надо, видимо, лесенку какую-то найти. Тук-тук, кто в теремочке живет? Как насчет делать как в ходячих, создать много шума, чтобы бомж сам пришел? Ты в порядке? Это ты издаешь эти звуки? Я учусь свистеть. Самое время, конечно. Это похоже на свист? Очень. Прям соловей-разбойник, блядь. Сейчас оглохну. Погоди. Я свистеть научился раньше, чем в школу пошел. Чуть позже научился щелкать пальцами. Ну, в смысле, вот это. Вот свист, дура. Картина с утками. Знаменитое перо Ван Гога «Утки прилетели» называется. Блять, такая милаха. Жалко, что в жизни дети в основном противные какие-то. Знаете, откуда эта дебильная мелодия? На телефоне убы... Ну ладно. Кому какая разница? Так, что это такое? Где лестницу взять? Сюда. Чё ты так дышишь-то? Что такое? Черт. Выход, блядь, найти не могу, что такое. Твою мать. Ёбаный в рот. Это ж просто щелкунчик. А, так я его ваншотну сейчас, у меня ж труба прокачанная. Вот черт. А? Папка-то умеет? А на какой хуй я вообще его убил? Вот это я что-то не понял, зачем я это сделал? Мне вообще идти сюда не надо. Блять, вот я лох. Стой тут. Ёб твою мать. Стой тут, а что она делает-то, блять? Стой тут. Стоит, блять, посмотри, какая послушная. Так, я честно трубу шатал на него тратить. Ножи драгоценные. Лучше его с патронов выстегну. Иди! Спасибо. О-оу. Пойдет. О, черт! Как нет места-то? Вы че, блядь, прикалываетесь, что ли? Малая, ну распахивай карманы. Я ебал, мы не оставим патроны. Ёбаная лажа, ну что за говно? Вот не пруха, так не пруха. А, черт. Ты слепой, что ли? С другой стороны. Давай подсадим мелочь, пусть она. Подсади меня. Во. Здравая мысль. Плохая идея. Хорошая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Подождем, пока ты вырастешь, блядь, и вернемся, ёб твою мать. Иди подсаживай ее. Давай. Надо срочно только найти, открой, на кого потратить 3 винтовочных патрона. Ладно. Знаете, тише. Глядя на эту маленькую девочку, ага. У меня чего-то не возникает чувство, что я бы хотел себе дочь, но, возможно, мелкую сестру. Вот. Та-дам. Может быть, да. Молодец. И то, если бы мне дали гарантии, что она вот такая будет. В смысле, шустрая, умная. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Мы поедем. Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, жив. Он был с цикадами.
знает, где их искать. Что это такое? Маленькая негритянская фея? Он далеко, поэтому нам нужна машина. Да, это магазин «Веселый садовод», узнаю его. Травоньку, да, забрали. Посмотри, гномы. Где? Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. Да ладно, Белоснежка, наверное. Я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Вот, вот такую сеструлю. Я бы хотел, которая феечки, стрёмные. Иди, я тебя с подружкой познакомлю. Но это попозже, лет через 8, когда им, конечно же, стукнет 18. Ай, блядь, ну где бомжи, когда они нужны? Ну, вот, кажется, там 100% есть какой-то бомж. А может быть, есть бомж и здесь. Походу, это городок, где хранится просто на тупую много-много лута. Я, блин, до сих пор парюсь о тех трех патронов, которые я оставил лежать на земле. Три винтовочных патрона. Это говно работает? О, посмотри. The Turning. Что это такое? Райли Фриман против... Райли Фриман Росомаха. А ты что, играла? Нет. Но одна подружка мне про эту игру рассказывала. Там вроде была героиня по имени Angel Knives и... Ну, короче, типа она сначала била ногой в живот, а потом отрывала башку. Никогда не любил такие игры. Да? А какие ты, блядь, игры любил? А я бы попробовала. Пони маленькие лошадки? Все дети любят кровожадные игры. Моя первая игра на компе Postal 2. Вторая Порт Ройал, но зато третья Мэнхэн, по-моему. Так, тут ничего нет. Что за отстойный город? Где зомбари-то все, ёптись? Вообще странно. Чё за Армагеддон такой, где бомжи все повымирали? Может, пора, блин, колонизировать, да жизнь налаживать. Так, пойдём-ка мы сначала... Не, давай в магазин. Marquis Music Store. Потрясу джойстик, может, фонарик поярче станет. Ух ты, ну и местечко. Да. Сбацаешь что-нибудь на барабанах, может, бомжи прибегут. А я тут с винтовочкой. Так, что-то у меня тряпок перебор. Коктейли Молотова штука знатная. Блять, а вот теперь борода. Что ты делаешь, придурок, блять? Поджог такой вообще. Ну, ёб твою мать, алкоголя не хватает. Герой, походу, выпивает его малой скоростью где-то, когда я не вижу. Крысятничает с рюкзака, блин, по глоточку. Как я ловко заглянул за угол, не правда ли? Да как нет места-то, блядь? Кто-то правильно заметил, что из ножниц должно получаться два лезвия. Но главный герой собирает только сломанные ножницы. Читать. Эти чертовы зараженные подобрались почти к самой церкви. Похоже, придется еще раз проверить все слабые места периметра. Да, кстати, я кое-что хотел сделать. Все забываю. Ну, наверное, вот так заебись будет. Приятный голос выбрали для озвучки девочки, кстати говоря. Я и похуже слышал.
В некоторых фильмах прям вообще слышно, что взрослые тетки озвучивают. Все, ничего нету. Что она увидела опять? Даже как-то грустно. В смысле? Ну, здесь только музыки. Blessed и никто Boys. Ее не слушает. Blessed. Это как-то Blizzard. Неправильно. Да, давай послушаем. Вон наушнички висят. Заметьте, что в конце конец света музыкальный магазин никто не обнес, кому он нужен. Что тут брать? Ох, ёбаная срань! Обалдеть! Это еще что за фигня? Хороший это... вопрос. Билл ловушек наставил. Какой нахуй Билл? Твой друг параноик, да? Перестраховщик. Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто слушай, научишь смотри, меня куда таким идешь. Штукам? Каким штукам тебя научить? У ларька пивка попить, жопой танка становить. Учат зомби, учат зомби, учат. Таблеточки. Там, по-моему, пора перки прокачать, нет? Я вот только не помню, как это делать. И здесь... Шара точно не то. А, во. Максимальное здоровье, скорость создания при дальность слуха, скорость лечения, колебания оружия. Во! Колебания, сука, твою мать, оружия. Мастер ножа. Мастер бомжа, я, ёптать, какого ножа? У меня ножи только двери открывают. Мы не можем разминировать и взять с собой. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. Стрелы? Билл стреляет из лука? Сам в ахуе. No trespass... Чего здесь? Trespassers. Не знаю, что это значит. Жалко, что прошли те времена, когда в играх делали перевод надписей таких на русский. Я последнее, что помню, DLC-шку для Дума. Пойдем посмотрим, что он там заминировал. И сейчас сзади взрыв такой. Еле без башки. А, тут все, ничего нет. Пойдем обратно. Ой, блядь. Сука, 3 патрона для винтовки. Ёптеть, перемайся, а. Ну как так-то? Взял, просрал. Завтра. Я об этом неделю еще скорбеть буду теперь. Классно, что у него тут лесенка. Ты идиот. Еще стрела. Пивко. О! Смотри-ка. Леголас хуев. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Ножичек такой. Так давай отдадим ей лук. Я, правда, не знаю, как, откуда она научилась стрелять из лука. Скорее всего, кто-то маленькая врушка. Но, блядь, у меня и так арсенал уже складывать некуда. Все чисто, залезай. Ну что прикольно, стрелы вроде как можно вытаскивать, я вот не помню нихуя. Что? Блин, надо доску. Что, ту доску надо забрать, что? Хорош. Да, пожалуй, сработает. Откуда у них такое количество таких прямых и крепких досок, я не понимаю. В этих нужных местах. Как будто у них прям на каждом районе есть стройка, где можно забор на доске разбирать. У нас такой хлам только в 90-е валялся.
Странно, что у девочки нету страха высоты. Опять. О. Попробуем эту штуковину. Пиздец. Все? Офигеть, Джоэл! Черт! Даже попадать в голову не надо. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Ты тоже, судя по тому, как ты лазишь по лестнице. Говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. Да посмотри на эту маленькую девочку. Кому она вообще может помешать? Ну, может, конечно. Скорее всего, будет. Не ссы, Элли. Я, если что, Билла пристрелю нахуй, как собаку. Кому он срался, старый маразматик? Так. Так. Слышал? Да. Настало время для винтовки. У меня есть хитрый план. Ну, не всегда мои хитрые планы срабатывают, конечно. Порой не слишком хитры. Какого хрена? Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Пиздюлей, например. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Найдешь мой труп. Ну-ну, контролер, блядь. Ну кто тут был-то, блядь? Сейчас щелкун как вылетит. Из-за поворота. Куча старых тряпок. Находка века. Уйди. Уйди из зоны огня. С линии. Господи! Ну и перезарядка. Я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Сама в штаны наложишь, сама стирать на речку и пойдешь, Рэйчел. Как интересно. Рэйчел, солдаты обходят дома и загоняют всех в автобусы. Кричат уже в соседнем доме. Скоро придут и за мной. Я пытался звонить, пытался ждать. Я не знаю, что делать. Но времени уже нет. Я собрал почти все наши вещи. Буду ждать тебя в карантинной зоне. Постарайся меня найти. До скорой встречи, Эзра. Ну и дебильное имя. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Думаю, я они надеюсь, сдохли. Что да. Надейся. И ничего, твои родственники, что ли? Надо бы пушку прокачать. Перезарядку винтовки сделать нормальную. Так, где мой многоразовый лук? Ну, лук это чит наверняка какой-то безумный просто. Бесшумный, смертоносный, многоразовый. Ясно. Опять no trace, что-то там. Воу. Умник хуев. Все позаминировал. А он на взрывы-то не... А, чё, постоянно, наверное, бомжи натыкаются. Не
Ни хрена себе! Офигенные штуки! Ну, как вариант. Бать-то умен. Хер меня разведешь такой ловушкой. А это что, у него сральник был? Ну что, нормально, в колесо навалил. И пошел. Опа. А это не твой друг тут мумифицировался? Что-то мне не нравится, что мне выдали такое количество патронов. Тут как будто сейчас просто война начнется. Обычно перед боссами так наваливают столько всего, но здесь-то их нет. Так, видишь? Назад. Идем. Да, сапер из тебя так себе. Держись рядом. Интересно, он лук моментально натягивает или надо выждать? Эли, за мной. Как же так, ёб твою... Я сейчас. Тебя бил. Джоэл, твою мать. Такая что штука случилось? Была в Dead Space, сейчас, наверное, стрелять придется. Еще одна грёбаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Может, ты выстрелишь просто по веревочке? Мне кажется, сейчас бомжи прибегут. Тебе надо перерезать веревку. Так, вверх надо. Ногами хер постреляешь. Ну. Джоэл? Да, блять, вон они. А вот и они. Отошел черномазый. Эли, ты скоро? Я быстрее, не могу. Не пизди мне, Эли. Ой-ой-ой, хэдшот какой. На землю, суки. Отлично. В хэдашник прям заслал. Вот это уже совсем хуёво. Пиздец. Сейчас я. Сейчас. Патроны бесконечные в этой сценке, я так понимаю. Черт. Ты цела? Ну меня хоть да. Не достанут. Продолжай. Вот патроны. Спасибо. Да хуй бы ты их поймал. Ну давай. Зараза. Блять, грызи зубами, заебало. Ну что давай. Ж ты, блять. Не поддается. Быстрее. Пошел нахуй, ублюдок. Ой, блядь. Отпусти. Держи его неподвижно. Эли, они рядом! Эй, я тут! Нет! Похуй, у меня иммунитет. Офигенная сцена, конечно, с патронами, что-то борода. На, в очко. Мне нужна помощь! А я чем занимаюсь, блядь? Кроме как вешу. О, блядь, на нахуй. Давай, 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 борись, сука, за свою жизнь. Переводи в партер, делай болевой. Удушение. О, спецназ подошел. Давай, чего расселся? Что? Щелкунишку, что ты кому оставил? Блять, говно ебаное, что-то нихуя не понял, надо было съебывать, наверное. Что-то их прям много и все щелкуны. Но я решил кинуться в атаку, потому что потом-то есть. Ё-моё! Не отгудела удаль-то богатырская. Так, мы срежем тут. Нам сюда. Я прострелю им колени. Куда они съебали?
говорил, все плохо, это нигеры. На, сука, ножом, блядь. Блять, стрелу оставил, бил. Не тормози, здесь опасно. Да что ты? Через дверь. Я так и... А я-то думал. Другого пути нет. Не постой. Или... Это она в него кирпич бросила? Какая умная. Бегуны! Да хоть пиздуны, блядь, чё тут не хотите? Не дергайся, чувак. Всю жизнь мечтал стрелять по черным. И это законно. В этом штате. Ну вот, почти пришли. За мной. Да подожди уж. Шоколадоньку сточу. Где тут что еще есть? Нужно больше патронов. Офигенный экшен пошел вообще. Че? О. Черт. Твою мать, они приближаются! Давай! Они прорвали! Не тормози! Давай, дура, блядь! Че встала-то? Ёб твою мать! Всю атмосферу испортила тупая. Иду, я иду. Да, да, да. Дрочишь ты. Я стрелу как жалко, пиздец. Блин. Пронесло. Вы наш герой-спаситель. Не разговаривай с ним, ну его нахер. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся! Я сказал! Ладно! Встать на колени! Я не шучу! Я... Нормальный пусти. У тебя дружок! Фокусы есть? Нет! Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Хуец только растет, блядь, на сантиметр каждый месяц стабильно! Стой! Ах ты, паскуда! Молодец! Я доволен! Вы заявились ко мне! Разрядили все ловушки! Чуть не сломали правую руку. Которую я дрочу. Ты притащил эту соплячку. Не твое собачье дело. А ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Дачная. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько. Крутая. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части, там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ну да, а автослесаря мы где соберем? Ладно, я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек, так что не отставать. Нас снова трое. Вот радость-то. Прекрати. Коза мелкая еще недовольна, еще морду коксит. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Элли, посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Благодаря справочникам ножи улучшены. Нож выдерживает на один удар больше. Офигенно. Ножичек позволяет уменьшить усилия, прилагаемые к ножу, использование тем самым... Да, блядь, были бы ножи нормальные, а не куски говна из ножниц. Дебилизм. Фух.
Че тут пивка дернуть? Не, нету. Это ты так полезно ищешь? Карта Билла. Ай, в жопу. Карту Билла. Дебила. Ножи выдерживают на один удар больше, а скрафченные ножи выдерживают на сколько больше? Не знаю. Пусть будет. Ну чё, тронулись? Ну, все нашли? Мы готовы. Да, нашли. Чё тут в твоем тараканнике искать-то? Сожали, пошли. Он тут жил, типа, и не все вытащил, не оставляй дверь открытой. Ладно. Сквозняков боишься, что ли, пенсия? Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. И как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Пизди. Давай, больше. Бери, что хочешь. Спасибо. Я видел группу охотников в опасной близости от города. К счастью, зараженные их отогнали. Не забыть поставить больше предупреждающих знаков. Пусть знает, что у нас все серьезно. Да, таблеточки это что? Чем закидываемся на досуге? Во что ты на этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Какое воспитание, господи, боже мой. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? В другое убежище. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? Иди чиниться, брат. Билл! Слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Чё ты за мной трёшься-то всё? Отойди нахуй на 2 метра. Нужно оружие. Мне кажется, Элли начинает нравиться Биллу. О, опять бита. Может, Элли биту возьмешь, а? Будешь хоть чем-то, блядь, отмахиваться в следующей драке. Билл, походу, не мылся, блин, лет 200. Видишь? Один внутри. От него, наверное, самого, да, как от зомбака воняет. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей вода. Она занята. Ну да, занята. А мне так... кажется, что вы, голубки, того. Может и так. А, прикольно. Струя такая прям льется. Ну, тебе сюда. Голубки того. Мы и того, и этого. Опять ножницы сломанные. В Америке, походу, все ходят с ножницами и постоянно Слушай, их ломают. А почему бы не починить эти машины? Да ты юный гений. И как это я не догадался, что можно починить эти машины? Да ладно, не говнись. Шины прогнили, аккумуляторы сдохли. Все сказал. А что там творится под капотом, даже думать страшно. Аккумуляторы сейчас делают только военные. Начинается. Зараженные! Интересно, а как могут сгнить резиновые шины? Ё-моё! Блядь. Сука, нож потратил. Бросок в дзюдо. Ну ладно. Да, в жопу. Надо крафтить, ряды. Короче, дубину с ножом, только когда щелкуна видишь, хрень, чтобы не тратить на всяких учмошников. Нужно взять все припасы со склада, да, и оттащить. Теперь он говорит изгороди сам собой. Снова. Да. Потом ты... Билл? Стрела сломалась? Сюда. Говно какое. Лезем наверх. Щелкуна кто-то уделал. Но это был явно кто-то не из нас. Чё-то темновато, по-моему, стало в этой игруле. Сейчас гамму подправим. Но хер знает.
Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты-то должен понимать. Видимо, вечереет просто. Неважно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Тоже не понял, о чем они. Куда нам? Вниз. Пришли. Нам в погреб. Не ходил бы я с этим хреном в погреб. Теперь сюда. Ну, пришли. Чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой. Темно, как в жопе. Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Блять, в любом случае она будет находиться с той стороны пистолета, с которой с ней вообще ничего не случится. Дается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Она всегда хотела девочку, чувак. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Начинается. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засранец. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. О. Давай закончим. Прям оружие поперло. Дробовичок-с. Щедро бил. Щедро. Не ожидал такого подгона от тебя, говнюк. Что это? Моя новая игрушка. Полученные инструменты уровня 1. И чё? Бля, я била, просто обираю, блядь. Самым, сука, подлым образом все забрал. Просто выгреб. Хавчик никак. Нет, взрыв пакет. Судя по эмблемке. Блядь, быть нахуй этого не может, чувак. Уже для тряпок места нет. Да. Ну, теперь, видимо, играть станет полегче, чем в начале игры, когда у тебя была вообще всего одна пушка. Теперь, когда у тебя есть дробовик, все дела. Все будет окей. Начнем. Окей. Оружейные чехлы для чего? Кобура для второго пистолета. Ну давай, я не знаю, может. Хуй его знает, зачем он нужна. Скорость перезарядки. Вот это надо срочно апгрейдить. 30 деталей, вы чё, блять? А, и третьего уровня пассатижи нужны, заебись. Дробовик, перезарядку тоже. Перезарядка, по-моему, очень важна. Отдача. Не знаю, нахуя. Лук. Дальность. Скорость извлечения. Извлечение чего из чего? Нихера не понял. Револьвер тоже надо перезаряжать. Все, я готов. То, что надо. Мальчики, девочки. В путь дар. Опа, стопэ. Синьку заберу у тебя, а то ты, походу, побухиваешь что-то. А я забочусь о твоем здоровье, между прочим. Таблетки забрал, синьку забрал. Это
Бомба с гвоздями. Да, взорвем ее, блядь, в метро. Подожди, я нихера, что-то темно как-то. Да, ну яркость тут пиздец настраивается, ребята. Я ничего не могу. Я выкрутил все, что мог. С ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Надо все-таки, я думаю, фонарь держать постоянно включенным, иначе на видео ну просто темень. Эти бомбы. Так, эти мощные бомбы взрываются при приближении противника. Можно использовать для защиты или нападения. Бросок L2, более аккуратное размещение R2. Всегда можно взвернуть то, что не взорвалось. Дробовики и бомбы у нас есть, только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение. Но не видят даже того, что под носом. Им же хуже. Короче, несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор... Машина как танк, чё ж тогда она, блядь, нападение зомбарей не выдержала. Говёный танчик-то. Наверное, это танк из War Thunder. Зомбари его ваншотнули. Ты в церкви тусишь? Ух ты! Что? Плохо устроился. Я тоже. Если хочешь исповедаться, то самое время. Я бы съел какую-нибудь шоколадку жизнь восстанавливающую, но у тебя, походу, ничего нет. Все пожрал. Говнюк. Это тебе не исповедание. Я тут сплю. Не буду я ничего трогать. Успокойся. Да у тебя трогать тут нечего. А, во. Синька и колеса. Я же говорю. Я представляю, если колеса синькой запивать. У тебя, наверное, самые цветные весны ну в мире. Вперед из песни. Как эти витражи, наверное, такие же. Красочные. Так, ну здесь вроде и так светло. Элли, давай. Нет, вон. Бы с утра пошли. Так школа, нет, да. На закате. Так. Готовы? Сейчас узнаем. Шашлыки жарил? Вот, блин. Пошли, тебе не стоит на это смотреть. Ну. И не такое видала. Они же голые. Как хочешь. Вон щелкун. Блять, полечиться или? Да, надо полечиться. Половина здоровья, что-то это не очень. Не очень меня вдохновляет. Да хрен ли стоять? Мясо а жареное нюхаем. Я еще не бывал. Не часто удается. Я понял. Ого, вы это слышали? Ни звука. Что? Щелкун. Неси ее, чувак. Блять, в голову вообще не судьба попасть. Мне тут помощь нужна! Может, обойдешься? Баба! Бабла! Да. Давай, 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 чувак. Не благодари. Работает спецназ. 2 патрона для дробовика. Походу время тратить дробовик настало. Страшно, блин. Страшно, блин. А мы же тут днем ходим. Прикинь, как бы ночью тут было. Обсикалась бы, наверное, и обкакунькалась тут же.
А потом долго-долго невкусно пахло, потому что мыться нам негде. Блять, вот их тут вообще. Сколько вешать в граммах, как говорится. Ну-ка мы их сейчас в толпу соберем и сожжем их нахер ритуально. А что это такое было голубое? Где еще-то? О! Ой, джекпот, блядь! А этот, сука, опоздавший. Опёздавший. А, он загорелся? Блять. Черт. Не знал, что они так воспламеняются. О, дробовик их просто сносит. Ну, пиздец, вроде можно всё. Нажить. Отлично. Можно за ножи теперь не париться. Они вообще, в них вообще необходимость отпала. Замки только открывать, если это дробовик не может. О, еще колеса из травы. Будем считать, что это валерианна. Стой. А то на коноплю больно ворот. Похоже. Советую не шуметь. Да похуй, чувак, у нас ружья. Тише, тише. Ну это обычные бомжи. Они нам точно нужны, чувак? Да, они очень плохо слышат, очень плохо. Это задушить называется? Ладно, как держать? Нихуя себе удушающий. Сколько на самбо ходил, нас такому не учили. Ёб твою мать, опять щелкун. Ну его нахер поем, блядь. Вышел Ваня на крыльцо. Почесать свою ширинку. Чё, унюхал что ли что-то? Захватил же, горело. Блять, захватил, захватчик. А чё, Джоэл, это наш Билл, придурок. Как его через дверь прям пронес. Блять, из-за этого мудака, блять, старого. Ёб твою мать, придурок, нахуй ты стреляешь. Дебил. Врал, их тут толпы. Ну вы видели, непись грёбаная стелс мне засрал. Не, я, конечно, лоханулся, но я же стрелять-то не начал, ёб твою мать. Заебись, болевой. Так, давайте. Громко не лайте, пошли. Потихоньку, помаленьку. О, может опять старым дедовским способом сожжем их нахуй толпой. Чего бы и нет. Что-то только они что-то не бегут особо. Они что-то особо сюда все не рвутся. Да ладно, щелкун слепой, сказали же. Они все-то не очень зрячие. Вот это плохо. Убьешь, может, когда-нибудь, а? Почему я промахнулся, я не понял, вторым ударом сейчас. Опять непись помешал, наверное. Блять, если они не слышат, как бутылка разбивается, как они вообще слышат кирпич разбившийся? Так, мне куда надо идти-то? Мне надо идти так, чтобы я максимально все облутал.
Радостный ты какой, блядь. От него. О. Он бьет на тебя. Блять, вот лучше бы ты этого нахуй отогнала. Ёбаный, где этот старый хуесос, блять? Почему он нахуй не прикрывает, когда надо, уёбок, блять, недоделанный? Сука, мудак, блять. Дали, блять, помощника, ебать его в нос, ну и уёбок, блять. Да в пизду какой нахуй стелс, заебал этот стелс мне. Где его нахуй, голова твоя, блять. Пошли, ебать, боевик нахуй покажу. Чё ж башка-то не отлетела? Ну, в манду, блядь. Меньше выёбываешься с этим стелсом, блядь. Проще играешься, нахуй. Всё равно с них патроны падают. Дали бы мне пушку, я помогла бы отбиваться. В натуре, блядь, дебил. Помалкивай. Все, оно правильно вам говорит, два уёбка, блядь. Лучше у деда нахуй отобрать, потому что он бесполезен. Все, вообще здесь ничего нет, что ли? Ёб ты, нахер этот дом вообще нужен тогда? Коммуна, блядь, хипарей, наверное, каких-то. Смотри сюда! Где там скрипит эта ржавая калитка? А... Как он залез-то, блядь? Вообще не понял. Я ему ноги нахер оторвал. Ну а теперь плохая новость. Дробовика больше нет. Вот, блин. Труба тоже разлетелась. Это плохая новость номер два. Вот в этот баллон, походу, можно было шмальнуть, и они бы сдохли всей толпой. Пошли вон. Мясо куски лежат. На лут похожие. Так, еще лук. Вот нет бы его Эли дать. Были бы как два лучника. Херенно. Нихуя тут качок, блядь, жил. Лучник. Накачанный лучник. Так, здесь можно наверх. Вот как бомж туда попал. Нам не сюда. А куда? Что за говно, блядь? Что, через дом, что ли, надо идти? Мне что, опять в его карту смотреть? Я в ней вообще нихуя не понимаю. Опа. Это я удачно вернулся. Да нет, тут не пройти. Если Билл, блядь, знает дорогу, почему он не идет впереди всех? Я вот одного не понимаю. Сюда. Да что ты взял, блядь? С той стороны привязана. Граната. Может, тут пролезем? Собачья дверца? Джоэл, как раз для тебя. Где собачья дверца? Так не для меня, а для Элли, она ж мелкая. Только очень осторожно. Джоэл, как раз для Ладно. Тебя. Придурок. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Я тебя понял, дам, или я тебя понял... Внутри дома тоже есть щелкуны. А, черт. Щелкуны. Нас пока не заметили. Прыгнись. Тише. Это щелкуны? Да, это, блядь, щелкуны.
Блять, ножи жалко, но они двухразовые, так что похер. Бздыньк. О, спасибо. Это щедро с вашей стороны. Ну, внутри я что-то никого не вижу. А, вижу. Аккуратненько. Стул, блядь, задел. О, там что-то блеснуло. О, еще один. А ты-то хули тут присел? Чтобы разобрался с кем-нибудь тоже, что ли? Нахуй он нужен, тут ничего нет. Нам куда идти-то? Наверное, за ним. Залезайте, надо перебраться через фургон. Там дальше чисто. Живей, живей! Что ты взял, что дальше чисто? Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Кого? Нет. Доску? Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Бассейн. Идем внутрь. Ах, зажиточные. Давай, капиталисты. Элли, ее так и зовут, Элли. Прикольно. Я сначала сократил от Эллен Пейдж просто Элли. Возможно, разработчик тоже просто сократил и назвал ее Элли. Так, что тут у нас? Ничего тут у нас нет. Да. Какой негостеприимный домик. Эй, Джоэл! Что? Че ты орешь-то, ёпта, придурок? Дневник мальчика. Школу за... 4 октября. Школу закрыли насовсем. Хоть какая-то польза от этой эпидемии. Хватит с меня уроков и домашних заданий. 5 октября. Мама с папой ссорятся. Не знаю, как им это удается, но они кричат друг на друга шепотом. Мама хочет уехать к сестре, а папа говорит, что здесь безопаснее, что эпидемия сюда не доберется. 6 октября. Папа... Блять. Папа ругал меня за то, что я слушал радио, мол, в новостях сплошное вранье. Мама с ним согласилась и сделала храброе лицо, но я все равно вижу, что она боится, и папа боится. 7 октября. Похоже, папа расстроился из-за вчерашнего. Он даже не ругался, что гаджет спал в моей постели. Гаджет собака, наверное. Зашел, погладил гаджета, вздохнул и вышел. Я никогда его таким не видел. 10 октября. Папа всю ночь успокаивал маму. Тетя Карен умерла. Я так расслышал. За завтраком они молчали и делали вид, что ничего не случилось. Я им подыграл. 15. К папе подошел офицер Джонс. Они о чем-то шептались. Сейчас все только делают, что шепчутся. Потом папа сказал, что мы уедем из города в новый дом. Что военные нас будут защищать. И что я могу взять с собой только одну сумку. Мама в ужасе. 16 октября. Там, куда мы едем, с собаками нельзя. Мы отвезли гаджета на окраину города. Я снял с него ошейник и отпустил. На обратном пути папа твердил, что с ним все будет в порядке. Звериные инстинкты помогут ему выжить. Как же. Пора ехать. Папа говорит, что мы скоро вернемся. Врет он все. Ну да, неплохо. Неплохо написано. Прям ведьмак. В Ведьмаке тоже записки были хоть куда. Блять, а это нормально, что над папой с маминой кроватью, блять, висит голая женщина с сиськами, блять? Или ребенок сюда не заходит? Можно тебя отвлечь на секунду? Ну. Давай попозже. Нет, давай. Ладно. Сейчас, блять, ты чё, дурак, нахуй? Пиздец, полный, блять.
про мальчиков хотел спросить, да? А, вот и вот что такое кобура для пистолета. Он быстро достает их. Ну что ж, это норм. Может, гаджета встретим? Тоже имя такое для собаки — гаджет. Ну, чё я тут? Пора помоги опять... открыть! Пора опять играть в Леголаса, походу. 8 стрел. Ебать! Что я говорил? Вам грузовик торчит из стены школы. Ну? А вон бомжи, смотри сколько. Ну вроде как... Не близко, так что не шумите. Из лука вроде как... Это тихое убийство, нет? Хуй знает. Как подойти-то к ним, блин. У лука дальность, как у хлебушка, конечно. Да я быстрее так удавлю. Удавил бы, если бы кнопки не путал. Мне тут помощь нужна! Борис! Бум! Раз и все. Бум, блядь. Какое бум? Я что-то не вижу, что ты бумкаешь. Ну и сколько стрел у меня осталось после этой перестрелки? 5. 3 просрал. О боже. Ну, не худший расклад. Вообще, можно было, конечно, залезть на автобус и просто с автобуса их дрюкнуть. Тебя они тоже могут залезть на автобус и дрюкнуть тебя прямо на автобусе. Даже не знаю, тратить ли аптечку. Думаю, перебьемся. Али, бегом! Бегом! Да сколько тут этих тварей! Надо было тратить. Не знаю, у кого там понеслась. Я ваших радостных криков не разделяю. Идите в жопу. Все нормально. Ай, блядь. Как плотненько они там стоят. Заткнись, нахуй, шалава. Я думал, будет сложнее. Я тоже. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть? Один патрон? С такой толпы? И тут она, наверное, в заднице своей на свадьбу хранила, блядь, достать. На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Как ты ее увидела-то, ты ростиком ниже всех? Давай, напряги бицуху, ёптай, мы долго тут будем стоять. Ну давай, коровка мелкая, ну чё ж ты, блядь, жопу-то свою не можешь закинуть? А, ну правильно, у нее еще противовес не вырос. Вот, спасибо. Это похоже на какой-то броневик. Где лестница-то? Хорошо, теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Быстрее, малявка. Так, план такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. А бомжи где? Они навалились на забор. Дверь заперта. Да он сейчас рухнет. Чтобы достать аккумулятор, нам надо внутрь. Давай, Билл. Эпично. Джоэл!
Хуёл, Джоэл, спасибо за помощь, блядь. Я рад, что мы команда. Соси. А, бля! Черт! Это не поможет! Билл, скорее! Толкай! Ну, ты скоро там? Пусто. Что? Ни хрена нет. Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда. Живо, уносим ноги. А как так-то? Вояки Акум забрали с собой. Так, ну-ка нахуй. Полечить пора. Через черный ход. Вы двое. За мной. Я выведу вас отсюда. Да. Пожалуйста. Ты типа единственный, кто в школе бывал, да? Черт. И опять черный напал, да что ж ты? Ну я же выстрелил, блять, ёбань, ты тупая. Двигаться тише, хули тут тихужничать-то. Бомжей, блядь, немерено вокруг. Блядь, отрезок такой еще длинный. Когда уже, блядь, серию-то заканчивать? Мы когда-нибудь дойдем куда-нибудь-то, ёпта. Хуяк. Учись, малявка. Пиздец. Почему Щелкун сейчас ее просто не захуячил, я не понимаю. Потому что на ботов он, сука, не реагирует, видимо. Так, а где моя стрела? В локоть его убил. Видимо, если... Может, если в кость попадаешь, то... Ой, по красоте. А я стрелю. Давай, навалились, навалились с трех сторон его. Я танкую, давай, пацаны. По коридору. Срежем через аудиторию. Мне не нравится твой план, и ты. О, хуй с тобой. Джоэл сказал, что он всех выведет, а командует все равно этот черт. Блять, ну снайперка вообще непонятно, нахуя она нужна, если честно. Вообще не догоняю. Тут можно пройти, прорваться бы мимо этих. У меня есть план. Это был мой последний молоточек. У меня больше нет. Надо сделать. А вот хилки теперь больше нет. Ну тут или это, или это. Я уж лучше толпами сжигать буду, чем лечиться после каждой стычки. Похоже, через коридор можно пройти. Ну, в кучку-то вы соберетесь? Ай, нахуй. Два тоже результат. Ну давай, сгори тоже-то. Встала, постояла и все-таки воспламенилась.
Я-то хоть не загорюсь. Да, баскетбольная сборная у этой школы была, что надо. Помоги открыть. А-а-а. Ты готов? Хуй вы угадали, мне кажется. Еще раз. Давай. Сейчас набегут. Подопрем двери. Стендом с коврами, блядь, или что это? С линолеумом. Долго не выдержит. Да, конечно. Она, блядь, тут век простоит. Это не к добру. А это что за хуйня еще вылезла? О, нет. Это что за хрень? Твою топля! Что это было? Элли, прячься! Разберусь. Бомба-то что, не взорвалась? Пиздец, он охуел, что ли? Ну это хуйня полная, я не понимаю, почему бомба... О, да ладно, пасть мне порвал. Че, бомба-то ебаная не взрывается, блядь, дерьма кусок. Вообще говнище, блядь, это бомба твоя. Прикрой меня! И чё, блядь? Она полчаса лежит, потом, наверное, закрывается. Конечно, все на меня. Похуй, что нас тут трое. Нахуй ты, блядь. Я в шоке с этой бомбы. Блядь, как она работает-то, ёб твою мать. Нахуй, какой пидорас такой говно мне подсунул, блядь. Пиздец, просто ебануться, блядь. Не нахуй. Мне, может, блядь, выстрелить надо? Не, взорвалась, смотри, все. Помоги, а мне, блядь, кто поможет? Мне тут помощь нужна! Вообще, блядь. Подбила, блядь. Ну, пиздец. Что с ним делать-то надо, блядь? Вот это пиздец вообще. Все. Господи. Все, это мои патроны, блядь, все. Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А че же он не сдох-то нахер? Потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Лезем наверх. Откуда же он выполз-то? Это, наверное, местный учитель физкультуры, как правило, жирный хер. Лезем наверх. Ага. Блять, а чё я всех подсаживаю? Я чё, самый молодой, что ли? Лезем, лезем. Чё, сзади! Твою мать! Ну так подай руку-то. Я понял, вижу! Блять. Нахуй леща, блять. Профилактического. Обратите внимание, как мои спутники помогают мне огнем. Нахуй я его приканчиваю, если мы отсюда уходим, блять. Ненавижу эту пакость. Понять не могу. Сука, тупизна. Сними все, залезай! Быстро! Ну вы и тупые, блять. Подтяни! Ой, ребята, бля, тяжело с вами.
играть в одной команде. Как в Армату, блядь, играю, сука. Такие же вафелы не стрелять, не помогать, сюда! Ничего не могут. Бля, в этой игре пиздец, как кувырка не хватает. Нас здесь перебьют. Еще одна лестница. Беги, беги, я за тобой. Блять, такая, сука, черт. Они же не умеют по лестнице лазить, что-то скинуть. Да уж, лучше некуда. Блеск. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл. Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть лес берет свою девку вообще молчи. И вместе с ней заткнись, идет, понял? Так. Боже. А это еще что за гавайская рубашка? Куагмайер так повесился. Твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Который его бросил? Только этот дурак мог носить такую рубашку. Укусили, наверное. Тогда чего он не превратился? У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Мертв. Ну это не совсем зомби. Мертвые тут не превращаются, видимо. Не встают из могил. Полюбуйся. Даже бензин есть. Фрэнк вынес. Мой аккумулятор. Аккумулятор. Вот ублюдок. Все-таки хотел съебстись, да? Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Ну, элементы живы. То есть? То есть, подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну, ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Нравится. Но рулить и толкать будем в следующей серии. Слушай, это и так затянулось. Так что что-нибудь жми, что-нибудь пишите. Это тоже мое барахло. Да-да, тебя обобрали. Все, пишите, жмите.